всякие эмоции. И ненависть, и сомнения, и растерянность иногда. Страха не было. Страх приходил только в одном случае. У меня это было утром, я боялся цифр. Я и сейчас не мог смотреть этот фильм. Вот это страшно. Все остальное мы можем пережить, все остальное не важно. Запрет в мире чужого раскаяния, веселая свадьба жизни со смертью, осенние ветры бьют отчаянно, и ворон слетел с давно умершей ветви. Смирись, топи свою боль в стакане, заслонись женским телом от тленности жизни, и только ушедшим не праздновать с нами и не выпить по рюмке на собственной тризне. Я смеюсь над советами быть осторожней. Иногда надо знать, что мы все еще люди. Время шить чемоданы из собственной кожи. Я почти что уверен, что утра не будет. Осеннее солнце не греет, хоть светит, да и светит не так, чтобы было светло, всюду тени и холод. Зачем? Кто ответит? Только тем, кто ушел, им давно все равно. Я смеюсь над советами быть осторожней. Иногда надо знать, что мы все еще люди. Время шить чемоданы из собственной кожи. Я почти что уверен, что утра не будет. На этом почти мы построили город и скрываемся в нем от земной круговерти. Победит в давнем споре лишь тот, кто не спорит, кто висит, как в петле, между жизнью и смертью. Я смеюсь